Алло. Гарри, Сет Дэвис из JT Marlin. Как дела? Хорошо, спасибо. Месяц назад вам звонил мой помощник, и я хотел узнать, что вы думаете о нашем предложении. Каком предложении? Если вы получаете много почты, то, наверное, просто выкинули его. Но ведь мы сами обещали перезвонить. Я предлагаю возможность сделать вложение, которое вас заинтересует. Я сейчас не играю на рынке. Скажите, Гарри, вы женаты или вы счастливы? Вообще-то, я женат уже 10 лет. Здорово, замечательно. А я 6. Так вы вообще не играете на рынке? Не знаю насчет играть. У меня есть несколько дорогих акций. Свадебный подарок от друзей из Нью-Йорка. Послушайте, Гарри, у нас просто сумасшедшая ситуация. Фармацевтическая компания Ferrotech изобрела лекарство Паратин, которое скоро начнет выпускаться. Ну и зачем оно? Хороший вопрос. И ответ на него очень хороший. Оно помогает развиваться недоношенным детям. Это очень интересно. Да. Скажите, насчет ваших акций. Много они принесли вам пользы? Почти ничего. А мы торгуем акциями, которые растут в цене. О, да, это так. Я бы хотел показать вам наши возможности на примере небольших инвестиций. Простите, сейчас я не могу. Мы с женой хотим купить дом и пытаемся сэкономить каждый цент. Понимаете, в чем дело? Гарри, мне не важно, сколько акций вы купите, но вы должны проверить меня. Судите меня только по конечной прибыли. Гарантирую, я дам вам 30-40% независимо от того, сколько вы купите. А потом мы обсудим все подробнее. Идет? Да. Вы еще будете раздавать мои визитки друзьям. Точно? Вот что. Берите 100 акций. Это абсолютный минимум. Заработав 3-4%, вы, конечно, не разбогатеете. А если акции не вырастут в цене, вы все равно ничего не потеряете. Да, вы правы. Гарри, я бы мог продать вам и больше акций. Это меня устроило бы гораздо больше. Но я прошу вас начать с малого, чтобы точно убедиться в том, что я... Хорошо. Давайте попробуем. Отлично. Вам прислать документы домой или на работу? Мне надо поговорить с женой. Это совершенно ни к чему. Я перезвоню вам. Через 5 минут я иду на обед. Я должен ее спросить. Скажите, Гарри, вы сейчас на работе? Да. И чем вы занимаетесь? Я менеджер по закупкам в пищевой компании. И вам приходится самому принимать решения? Разумеется. И когда вы принимаете решение, вы каждый раз звоните своей жене? Конечно, нет. Но это немного другое. В каком смысле? Это ваши деньги, вы их заработали. К тому же это всего лишь вложение. Я же не героин продаю. Она будет только рада, узнав, что вы сделали хорошее вложение для семьи. Подумайте вот о чем. Когда ваша жена идет по магазинам, она спрашивает разрешение на использование купонов на скидку. Послушайте, это не совсем честно. Я знаю. Послушайте, Гарри, вы не поняли главного. Речь идет о совсем небольшом вложении. А представьте, что будет, когда вы принесете домой жирный чек, потому что вовремя сделали вложение. Хорошо. Я согласен. Отлично, Гарри. Вы приняли потрясающее решение. Минуточку. Проверь его.